Я боковые судьи. Каптандағы төрешілер. Я сонымен... Дәрібек Жақаева, знаете, он сам в прошлом боец, сам чувствует все удушения, все нокауты прошел. Я сонымен, мені үшінші кездесімізге келіп жеттік. Мені екранның мені қаз бер жағында тұрған қырғызстандық спортшы. Бұл лақабаты Ағаю. Мені ол Өзбекстанның спортшысымен қазір ортаға шық келі жатыр. Енді өзіңіз таныстырып өтсеңіз, бұл 94 келі... 93 келі. 93 келідегі спортшыларымыз, е. До 93 килограмм, получтяжелый вес. Видите, бойцы уже покрепче, уже повыше. Это вот Мамасрей Мактыбек в селекшене уже выступал, помните, выиграл нокаутом бойца. Вот это бой с узбекским бойцом. Узбекистан, да, спорт все это... Раджаба Музафар, да, он в гран-при Беркуте в Чечне участвовал, как наши бойцы, знаете, участвовал. Выиграл там два боя, третий, к сожалению, проиграл, ну, его уже включили, он является первым номером Узбекистана. От Салмакта. Да. Раджава Музафар. Тоже ударник такой, тоже. Я был курпрен, я говорю, ты турбинский джакс. Мамасрей Мактыбек, член сборной Кыргызстана по боксу. Ну, попытался на лицензию, не смог, к сожалению, взять. И сейчас вот перешел в ММА. Полностью расцвете сил, ударная техника очень сильно поставлена. Был спортшы жасы 24-те, Мактыбектің ағайы, Кыргызстанның спортшы. Қазір Ош қаласында заңгерлік білім, заңгер бұл қазір оқуын оқып жатыр, заңгерлікте болашақта заңгер болам деген арманы да бар. Оқудан бөлек спортпен айналысады мені осындай. Осындай мақты спортшылар бар кезде Қырғызстанында талай жетістерге жетеді ғой. Это восходящая звезда Кыргызстана, можно сказать так сейчас. Міне бұларда енді көрдіңіздер, мына ақ қолғап киіп жүрген бұл Қырғызстанның спортшысы. Мына көк қолғақ киіп тұрған мына сол жағымыздағы бұл Өзбекстан спортшысы Раджабов Музафар. Амасалиев Мақтыбек. Амасалиев Мақтыбек бауырымыз. Мы этот бой тоже хотели увидеть. Этот файт-карте, когда был застальный состав пар. Там был очень интересный этот бой. Обои ударники, обои видно, что только будут вперед идти. О! О! Мене болды мене. Правый боковой. Ол мен қазір мен өзбек спортшысын кішігірім ұйқыға жіберді десек те болады. Тяжелый нокаут. Провел Мамасалиев Мақтыбек. Смотрите, тяжелый нокаут. Получтяжелый вес. Я қазір. Мені мұна жүрдің қайтылудан тағы бір көретін болам. Повтор, вот, правый сбок. Мені, я. Анық көрінді. Боксерский. Я өзің бокс шекен... Видно, да, видно. Пайдаланды. Он май спорта. Кейде бір спортшылар болады ғой, бокспен айналысады, бірақ аяқпен теуіп, көрісіп жатады. Өзің негізге несі... бокс екен ұмытып қалып жатады мысалы. Дәрігерлердің қарауысында. Мысалы енді осы арада бір сұрақ қойғым келіп отыр. Өздеріңіз Ресей жаққа өнер көрсетіп қайттыңыздар ғой мысалы. Былтыр бардыңыздар, биыл да бардыңыздар. Бауырларымызды Болгарияға да жіберіп сөйтіп жатырсыздар мысалы. Осы жастарға қалай өнер? Қалай болып жатыр қазір? Да, хорошо провели, да, этот мы вызывали в России уже, мы хорошо соревнования проводили, но мы туда стараемся лучше вывозить, ну, которые, там тоже, когда обсуждение идет, мы, например, просим Армана Успанова, чтобы поехал, они говорят, нет, пускай приедет, другой приедет, видишь, тоже уже знает уже известных бойцов, тоже не хотят у себя рейтинг портить. И вот такое обсуждение, у нас переговоры идут, мы хотим такого бойца, они хотят такого. Ну, так все хорошо идет. Вот съездили в Сочи недавно, тоже провели, там Ансан Кусаинов, Адиль Боранбаев съездили. Молодец, теперь молодец. А нет, они это неудачно выступили, даже это же они не первый состав же, знаете. Пригласили только их и всех бойцов выбрали. Они после первого, когда мы сенсацию провели в Сочи, когда мы уже были в прошлом году, после этого они уже сорвались.